для всех светом. Наступил вечер. Некий человек взял маленькую свечу и пошел вверх по длинной винтовой лестнице. «Куда мы идем?» — спросила свеча. «Мы идем освещать путь кораблям, чтобы они плыли в гавань». «Но я же маленькая. Мой свет никто не увидит». «Ты хоть и маленькая, но свети настолько ярко, насколько это возможно, а остальное предоставь мне». Так, беседуя, они потихоньку дошли до самой вершины. Человек взял свечку и зажег от ее маленького света лампу. За лампой были зеркала. Они отразили этот свет, и он сразу же распространился на мили вглубь моря и осветил большим огромным кораблям путь в ту самую гавань. Так же, как эта маленькая свечка или спичка может разжечь костер или лампу, ты можешь освещать путь людям, которые тебя окружают, своим душевным теплом и хорошим примером. Ты можешь осветить путь и изменить жизнь других людей. Будь этим светом, как тот самый маячок, который освещает дорогу большим кораблям. Быть истинным светом – это быть истинно, искренне православным человеком.